Прирост минералов урана на месторождениях увеличился на 89 тысяч тонн. И это благодаря масштабной программе геолого-разведочных работ, объяснили в Казатомпроме. Она направлена на оценку новых территорий и расширение действующих месторождений. Подробнее о том, как Казатомпром укрепляет свои позиции на мировом рынке, в следующем материале. Вместе с увеличением спроса на уран на мировом рынке увеличивает добычу ценного минерала и Казатомпром. Сегодня в компании активно изучают новую территорию возможных запасов и расширяют уже имеющиеся. Минеральные ресурсы урана увеличились примерно на 89 тысяч тонн. Недавно мы получили права недропользования на опытно-промышленную добычу. Это на участке 3 месторождения Инкай. И передали это в ТО «Казатомпром Сауран». Это наша 100% дочерняя организация. Здесь запасы урана оценивается 83 тысячи тонн. Около 40 тысяч тонн может дать и участок номер 2 на Инкае. Там разведку запасов продлили еще на 4 года. По предварительным оценкам, 30 тысяч тонн урана залегают в недрах месторождения Жалпах на участке Восточный. По итогам первого полугодия текущего года Казатомпром достиг хороших финансовых результатов. Выручка у нас выросла на 13%, а чистая прибыль увеличилась на 27% и составила 283 миллиарда тенге. Мы активно развиваем систему автоик-договоров и увеличиваем объемы закупа отечественных товаров. У нас действует локальный проектный офис по импортозамещению. Параллельно Казатомпром развивает и науку. С прошлого года действует программа научно-технологического развития с акцентом на добычу редких и редкоземельных металлов, создание новых продуктов и улучшение технологий извлечения ценных компонентов. Заботясь об экологии, Казатомпром присоединился к экоакции «Таза Казахстана» и обещает в течение 4 лет высадить более 30 миллионов саженцев. Динара Жумбатырова, 24 КЗ.